Добрый день. Представляем вам поворотный механизм к родподу от фирмы Fox SkyPod. Поворотный механизм сделан полностью из нержавеющей стали на титановой основе. Здесь, в эту прорезь, мы вставляем центральную штангу родпода и закручиваем ножки, лапы. И теперь наша конструкция выглядит таким образом. Преимущество SkyPod от других родподов в том, что у нас бусбары находятся отдельно в сумке, уже снаряженные, где не надо собирать сигнализаторы с задниками и свингерами. Итак, у нас удилища заброшены, оснастка находится в воде. Для более меньшего гула, который идет от лесок во время ветра и раздается в воде, чтобы не пугать рыбу, мы родпод таким движением опускаем полностью, буквально кончиками удилищем в воде. Леска у нас находится в воде, соответственно, гул не расходится по леске. Во время поклевки мы поднимаем удилище, любое, к примеру, это. Подняв удилище, нам мешает вторая леска, второе удилище с леской в воде, для вываживания рыбы. Для большего удобства мы поднимаем родпод носом вверх удилищем под максимальным градусом. А теперь мы можем спокойно ходить под удилищем, в зависимости от того, куда у нас рыба уходит, вправо или влево. И нам удилище с леской абсолютно не мешает вываживанию рыбы. Конструкция поворотного механизма позволяет нам удерживать удилище даже при 45 градусах вверх. Благодаря своей конструкции очень жестко, то есть рыба не сможет его просто опустить кончиками вниз. На это нужно усилие, приложить усилие. Даже если мы ловим в камышах, перед нами гряда камышей, и палки надо ставить только вверх, и очень тяжелая рыба, для предотвращения сильного разворота родпода вниз, мы всегда можем прикрутить длинные лапы к стандартному механизму, которые будут служить наибольшим упором и предотвращать нам разворот родпода вниз. Мы видим, что эта конструкция теперь вообще недвижимая. Также родпод может находиться в любом положении, от нижнего носом в воде удилищами до среднего, больше среднего. Итак, до максимального вверх. При этом механизм жестко фиксируется. И здесь у нас есть ручка на этом механизме, где можно дотянуть до неподвижного состояния в любом положении. Хотя он и так фиксируется в любом положении без особых усилий.
Кира. Этот руспод также легко и быстро собирается. Руспод вместе с поворотным устройством помещается в его стандартный чехол. Итак, руспод у нас собран и готов к транспортировке.